Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Фокси и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Написали в комментариях, чтобы мы записали эту рубрику, и Серега был аниматроником. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Открываем, для начала. Так, тут все открываем. Начинаем выживать. Так, я уже вижу, там кто-то ходит. Он взял этого маньяка, его видно через текстуры вроде бы. Все спокойно. Он выделяется. До свидания. Я его зажал. Он... Да отвали, так нечестно. Отвали, говно. А это законно, Фокси. Это легально. Так, заходи, но... быстрей. Откройте дверь, пожалуйста. Нет, он тебя убьет, прощай. Нет. Успели. Всё. Так, отлично. А что это за нас? Это получается аниматроник-маньяк, что ли? Чпоникс, одну поставим здесь. Будем знать, когда... О, я слышу этот конченый звук. Слышишь? Он идет. Закроем. Так. Заходи, выходи, что-то делай. Ой-ой-ой. Закрывай. Он такой звук громкий издает, а вроде медленно ходит, да? Да. Кому-то несколько слонов расшагают. А! Говно! Вот! Убил меня! Наконец-то ты это сделал! Закрывайте! А, тут закрыто, слава богу. Так, ребята, продолжаем выживать. Первую атаку он сделал по-умному. Открываем здесь тоже. Чпоникс. На! О, кого он взял. На. Кушай. Не? Чпоникс? Я успел. Серега, а где ты пропал? Я слышу челепиздрика. Телепунькает там. Так, 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 ребята, закрывайте! Ну, говно! Ну, Паша, там... А я не ту кнопку зажимаю, зеленую жму. Так, идет, идет, идет. На, там мои мины были. Отхватил? На, дерьмо, отойдите, пацаны. На, сынок вонючий. Кидайте в него. На тебе. Ой-ой-ой. Он позвал своего братишку. Мне даже не надо было вас убивать, вы сами себя хорошо. Ну, додики же. На. Зацепил, не зацепил? Так, смотрите вентиляцию внимательно. На, говно. Откуда он прилезло? Я в невидимости был. Ах ты хитрожопый лис. Я тебя запомнил. Твою текстурку. Чпоникс. Отлично. Кидай, кидай, кидай побольше. Я тоже возьму оружку. Я слышу, как кто-то дышит. Ого! Не надо изменить завод кирпича, пожалуйста. Убегай! Я сам себя закрыл, спасибо. Ну иди. А! Тебе повезло, я пролезть не буду. Наконец-то, ребята, реально повезло. Что там? Не смогло, да? А мы идем. Как мне повезло, реально, я так испугался. Пацаны. Уйди. Я слышу его звук против... Ай-яй-яй, прилезла. Я решил тебя обойти, Дима. Да ты по красоте обманула меня. Пока ты по вентиляции там полз, я это так... Надо было мне назад возвращаться, но я очканул. Секунд. Так я подумал, ты сейчас опять там стоишь этим черным чучелом. Секундиха. А ты убила меня сразу. Я не боюсь. Давай, испортись. Идет, идет, идет. Воу, прикольно. Я уже и забыл эти анимации все. Мы давно же их смотрели. Вас,
рта плохо пахнет. Вам надо почистить зубы. Эй, так нечестно! Это за оскорбление. За оскорбление личности аниматроника. Отойди оттуда. Меня там нет. На всякий случай. Тогда я прицеплю. Ой. Обстоятельства, извини, да? Получается, я должен пожертвовать собой? Вы должны пожертвовать с нами. У меня теперь на правом глазу какая-то кабака. От третьего лица сделал, поиграй немножко. Не активировать, тебе тоже тяну. Так, взорвешь скоро их. Мы должны с ним умереть. На башку мне приклеил новую мину. Слышите, он идет? Слушай, чем-то воняет. На! Взрывай мины! Бум! И сами себя убили, а ему ничего. А мы нормально. Так, отличненько. Что за писк? Серега! Вот так, значит, да, ты с нами? Давай! Испорти настроение мне новое. Блин, извини, я думал, это он это. Пацаны, я ему засаду сделаю. Идите, идите. Слышу, кто-то смеется. Давай, лепи, лепи бомбы. Сейчас только подойдет, я его замочу. Я его слышу. Ой-ой-ой. Он вентиляция. Есть! Вентиляция успешно защищена. Серега, что там, нормально все? Я вас понял. А что ты там понял? Все же нормально. Сейчас, где? Хотел по-хорошему с вами, но придется по-плохому. Не понимаешь, да, ты, Серега? Я хотел с вами по-человечески. Так, я жду. А его нету и нету. Слышу, он идет. Так, все, я ухожу, не буду больше его мочить. А то так нечестно. Все, давайте, ребята, вовнутрь нашу кибитку. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, давай пройду. Ай! Нифига себе, я умер. Так прикольно лежу. Жопа вверх. Так. Серега, ну что ты? Ща. А ну отойди с прохода, отойди. О-хо-о. Не? На. Блин, просрала. Да блин, я не успел монетку подбросить. Да, Сережка! Ходи. Вот так, значит, ты с нами, да? Угу. Я разозлился. Так, я не возрождаюсь, потому что он меня все равно убьет. Так, задним ходом лупашит. Серега, я ж хотел вот так вот с собой подружить еще немножко. Давай, давай. Испортись. Немножко. Ребята, я вышел на охоту. Ой, извини, чуть не убил. Ждем его, давай, два входа защищаем. На! Красава, Серега, как ты слился так-то? Увидишь. Так. Он тут. Эй, хэдкраб. Это чужой. Эх. Он чужого взял. В кого-то вселился. Уже не вселился. Я закроюсь. Да не выходи, он убьет меня. На.
Я живой, все равно. Да? Да. Так, отлично, отлично. У тебя обстоятельства, крышка унитаза прихлопнул. Ну давай, иди сюда, я тебя жду. ПВП, один на АД. А ты где, Дима? Я по пиццерии хожу и жду тебя возле компьютерных. Жди, жди. Возле компьютерного клуба здесь тусуюсь. Так, так, так. Страшно. Будем тут. Я жду и жду, ребята, его. Делаем засаду по красоте. Все твои друзья, Дима, мертвы. Ну, как тут сказать? Обстоятельства. Ждем его. А где Димас у нас запрятался? Я очкую тебя, ты ж чужой. А где Димас запрятался? Большой-большой секрет. Секрет. Сейчас я тебя убью. Ну давай! Смелый такой. Иди. Я его слышу, он топает. Давай, я боюсь тебя. А, да как, ты ж через пули пробежал. Ребята, все пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днюха вас, ребята. Я знаю, вас очень много. Ну, а мы будем, Серега, уже ползти под сетку. Что-то фигня получается. Я до вас доберусь, засранцы. Я знаю, что надо сделать. Сейчас, мы будем... Давай удивим немножко. Так, есть у меня один чили-пиздрик. Так, я уже понял, что они будут. Нет, это не тот чилипиздрик, вот она. Так, 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 я слышу, они начинают какой-то фигней уже заниматься. Серега, ты где? Ай! Давай, не жалей их, они вообще ничего не стоят. Все, всех съел. Да. Даже мне ничего не оставил, какой-то жлоб. Жадина, говядина, соленый огурец. Так, знаете что? А чё я не могу никаких... Где невидимые чилипиздрики? Во, я этого помню, сейчас он оживет. Кто-то там через стенку лазит. А, я могу типа заглядывать в окно. Смотрите. Привет. Ну чё? Ай. Вот так даже можно сделать. Неожиданно. Серега, они ничего не стоят. Да, вообще легкие. Ого. Там нужно как-то челюсть с него выровнять, я уже не помню, как это делается. Во, другой режим включил. А, за что меня? Оно через стены валит всех. Фу, читер. Все, я отдыхаю, сижу. А чего вы там вообще творите? А я сижу возле их решетки, они что-то нифига не делают. Не того, что вы с нами сделали. Я могу вас еще раз убить, но мне просто вас жалко. Я с тобой, Димас, посижу тут рядом. А, привет. Привет. А что-то у тебя ноги трясутся. Да холодно, замерз. Да не, пацаны, такого нас не берет. Это как это слабое очень оружие. Щекотно, знаете, пятки так это разогревает. Слабо, слабо, вообще ни о чем. Димас, они меня зато в стену, вон, смотри, как загнали. Я в стене. Смотри, сейчас тебя прям под жопу закинули. Я в стене, Димас, ладно, встаю. Так, чумной, давай их забросим гранатами. Да у вас гранаты какие-то слабые вообще. Где вы их купили? На блошином рынке где-то. Так, я вам выдал гранат, давайте на счет три их забрасываем туда. Бросайте, вы сами себя поубиваете сейчас, смотри. Два. Закидываем их. Да нет, такой не берет. Вообще, ты вообще как-то кошак. Чё ты такой слабый? Ты да, же раньше, вообще. Ты раньше какой-то жестче был. Мне кажется, ты слабенький стал со временем. Он своих убивает. Серега, обстоятельства не хотел. Я вижу, какие обстоятельства. Да эти аниматроники, они со спины валят, так как-то неинтересно. Ну, в этом есть прикол. Только я своих мочу, видишь? Ну, ты слабый, как всегда. Каша, как ты раньше, ты лучше играл. Мне кажется, ты уже все слабым стал. Стареешь. Стареет, но до сих пор эффективен. Серега, как всегда, мочит. Не, вообще ни о чем.
Мне кажется, слабый очень стал. Что-то упало тут, что-то. Так, надо взять тут какого челепиздрика, вот этого вот. Ой, привет. Сейчас. Есть у меня в загашнике еще пару штук. Димас, я сейчас. А что я не могу пройти? Сожру. Он же маленький. Не-не-не. Вы вообще какие-то пацаны стрёмные, сами себя валите. Они сами себя убивают. Виктор Кошак, ты вообще какой-то стал очень странный. О, я тебя умоляю. Я всеми способами пытаюсь. У тебя не получается совсем. Димас, я у них внутри. Сейчас. Спасибо тебе, нормально. Я теперь понял, что ты чувствуешь, когда я тебя убиваю. Я не хотел. Да нет, так бывает. Обстоятельства, обстоятельства. Давай, как всегда, мочи, давай. Нормально получилось. Так, пацаны, я свой. Да. Теперь я понял. Так, ребят, надо что-то придумать против них, надо как-то отбиваться. Да вы ничего не можете. Если вы пытаетесь от нас избавиться, то у вас это вряд ли получится, потому что мы вас найдем и сожрем. Теперь у меня есть такая... Да, чеда, не пишите в комментариях. Так, хватит, короче, стрелять. Ребята, если вам нравится, поддержите нас лайком и подпишитесь на канал, я буду очень рад. А ну-ка, уберите свои конченые решетки, я уже готов действовать, смотрите. Димас просто всех раскидал. Да, вы вообще просто очень слабые. Раньше вы были лучше. Я не вижу какой-то активности с вашей стороны. Да, мои тиммейты вообще... Во. Да, вообще... они молодые какие-то, хлюпики. Я вообще за картой просто похожу здесь. Понаблюдай, как я тут их пугаю. Так. Я не знаю, куда лечу, но просто щекотно, ребята, это щекотно. Ого, ты, конечно, взял такого жесткого. Они тебе ничего не сделают. Забрасываем его свинцом, давай. Да. Так, все, я отошел. Я пошел к Сереге. Они тебя валят. Вы же знаете, что это... О, привет! Да, раньше было лучше. Просто наваливаем их. Димас, я открыл дверь, заходи к ним. Я иду. Они тут меня мочат. У них не получится. Это пинтуха пришел. Этот мечом пытается убить нас. Его стоит. Давайте какую-то лучшую попытку. Я даже ничего не буду вам делать. Просто покажите, что вы можете. Show me what you got. Да. Как будто комарики это. Не получается Сажут. Вообще ничего. Слабо, очень слабо. А помощнее ничего нету. Ищем помощнее что-нибудь. Надо им стимки-то почистить. А, да, почищу. О-о, ну получше, но все равно слабо. Опа, вот это уже, конечно, читерская фишка пошла. Кстати, а меня заморозило, а как ты это сделал? А мы фокусник. Кошак своих убивает, как. Молодец, кошак. Виктор, как. О, убили наконец. А чем это не замочили? У меня было 800 тысяч. Спау, они спауниваются же друг в друге. Смогли все-таки как-то преодолеть. Респект. Читером, но все равно. Хорошо. Сейчас я покажу кое-что другое. Готовимся к следующему удару. Серега, а ты где? А я тут это в коридоре стою за Фоксиана. Ну-ка, у меня появилась идея. Привет. Здорово, пошли. Ты палишься, Серега, очень жестко. Не пались. Это что за электрошок? Не палюсь, все. Я замерз. Я ж вспомнил, мы. Персонаж может хавать все двери. А, так ты что сожрал, обжора без мотора ты такой. Обжора без мотора. У меня 750 жизней, это как-то вообще не смогут нас убить. 9896. Иди ты вперед.
Ой, щекотно. Ой, щекотно. Оп. Ай, просто все. Ладно, миссия, все, миссия всех, выполнена. Всех сожрали, пойдем эту спать. Так, пока они спят, надо им по лицу надавать. Где они? Пошли искать их. Так, не палимся, так, сидим слышу, за углом. А у тебя же они не добавляются, когда ты режим меняешь? Ой. Нифига себе, что это за имбовое оружие? Я стал каким-то, ну, таким бешеным. Ты какой-то стрёмный стал, и звуки классные издаешь. Так. И батарейка села. Смотри, кого я сейчас возьму. Это что за шарик? Это не просто шарик. Я не знаю, что надо делать. Просто подождать. Сейчас лопнет. Опа. Свет. О! Я их могу пугать, у них скример появляется. Я не знаю, что ты пугаешь и любишь. Не, ребята, вы какие-то вообще слабые стали. Ты скримеры только кидаешь, Димас. Так они ничего не видят в это время. Или видят? Ничего вообще не видно. Так, это какой-то неинтересный. Они черную очко чёрное там взорвали. Не, не берет. Вообще слабо. Сегодня мы играем на новой карте FNAF 3. Это двухэтажная пиццерия с лифтом. Если опять же кушайте, приятного аппетита. Классная карта, очень крутая. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение. И тем самым продлеваем людям жизнь. Так, сейчас будем до охранников уже идти. О, я могу классные песни петь. Макарена танцую. Воу, круто, сейчас к пацанам приду, станцуем. Поехали. Здесь... Пацаны, давайте я буду вентилятор проверять, а вы дверь. Да-да-да, ребята, давайте, сконцентрируйтесь. Ну как вам поза, в которой я встал? Шикарно. Светим. Что? Дайте станцую. Ты чё, меня решил убить? Ага. Я не убиваю их. Слышь, я только танцую как идиот. Я неубиваемый. Что? У меня аниматроник конченый. Ты смотри, у меня мочит и мочит. Сейчас братуху позову, подожди. Это тоже гармошечник ни о чем. Слышишь, я должен тебя пугать, а не ты меня. Ты что, офигел, что ли? Ребят, у нас, по сути, энергия кончается, поэтому... Ну, по сути, должна кончаться, поэтому давайте будем открывать... Да-да-да, энергия кончится когда-то у вас. Я вам удалю двери. Камера, смотрите. Я вижу Димаса в кепке. А где у вас там камеры есть? Да, мы видим тебя. Пошли, пошли потихонечку. Я, кстати, могу жизни вроде бы тратить даже за кексик. Эй, кексик вонючий, проскакивай. Не закрывай дверь, когда его нет. Карта классная, очень люблю эту карту. Есть! У меня 3 хп осталось! Димас, иди сюда! Охота за ним. Давай, давай, мочи! Эй, ногой убил кекса! Сейчас, сейчас, у меня есть это друзья злые очень. Вам придется сейчас следить в офисе, потому что я сейчас вас всех загоню туда. Так, так, так. Страшно. Вот. Так, идет кабака злая. Отлично, в офисе сидеть надо, нельзя выходить просто так. Слышите, какой на улице очень крутой гром? Крыса. Ля какой крыса. Ля ты крыса, а? Закройте. Блин, успели, успели. Еще б чуть-чуть. Еще б чуть-чуть. Светим, светим фонариком у него. Ухожу. Что, прям глаза мне новые светите? Поломайте глаза. Так, сейчас другой придет аниматроник. Ты что тут ходишь? Страшно.
Блин, да я не успел попасть, хочу вперед нажимать. Он тут. А, вы видите, даже когда я тут стою, фонарики, да, видите? Тень. О, мы тень видим, да-да-да. Ах, вы жопы, ля какие крысы. Я вот тут отключаю за дверь, это главное. Привет. Вы когда друг друга застрете, надо пробел и контрол нажимать. Пробел и контрол, и вы выходите. На! Черный гад этот, в него вселился какой-то коронавирус и убил всех. Есть у меня маленький чилипизер, который вам даст просраться. Черный гад. Я слышу какой-то пердеж постоянный. Это что, вы? Да. Я иду, я иду. Эх, хочу Воу, где это я? Ого, куда-то я забрел, непонятно куда, наверное. Ты пехнулся в край карты. Уходим, 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 уходим сразу. Так, давайте будем брать, который реально классную анимацию сделает. Я его видел, издает. Он где первый превратился, он вот тут. Сейчас. Я его видел. О. Приближаемся, потихонечку идем, не спеша. Фредди у нас сегодня очень добрый. А как вы камеру кладете? На красную штучку. Камеру поближе. Представь, что у меня маска. Сейчас я очищу карту, чтобы у вас двери появились там. Во, вот так вот. Воу, карта вообще очень антуражная. У меня маска надета. Карта. Во. Потихонечку иду. Это охранник, а не этот. Фредди охранник, который проверяет, делает обход каждый час по пиццерии. Очень медленно, но все проверяет. Если сейчас какой-то шум будет, он убьет всех. У меня маска есть. Да, если маски нет, убиваю. Я у тебя маска была? Извини, я ухожу. Все, ухожу. Уезжаем на лифте. Прощайте, пацаны. Так, надо мне какого-то взять аниматроника, который не бьет на расстоянии. А они все прикольные, эти бьют на расстоянии, может у них анимации крутые. Нет, эти всех убивают. Блин, у меня все черное и сверкает. Ой, что со мной? Поломился что ли? У меня все поломалось нафиг. У меня после твоего скримера все еще эти черные белые штуки. Пусть обработку зайдет. Эй, у меня батарейка села. Эй, а чё я встаю, когда по мне стреляют? Ты чё делаешь? Все, это был последний. Теперь я беру, который бьют только в притирку. Но для этого надо одевать маски. Если нет маски, я буду убивать. У меня такая нога какая-то как будто лишняя. Маски одеты. Dungeon Cherry без маски. Маска? Не вижу маску. А у меня... Петерогаз. Где маска? Кивагаз. Нет, это не маска, должна быть маска Фредди. Нет маски Фредди, все, значит вы чужие. Подождите, у меня есть какая-то еще другая анимация? Эй, нема никакой другой анимации. Опа, свой, вижу. Это мой кентафурик ходит. Здесь. Пикачу. Без маски. Мог бы закрыть дверь, я бы не зашел. У вас дверь открыта постоянно, поэтому я вас буду убивать ходить. Каждый... А мы не можем. Каждую пару минут буду подходить и замочить. Ой, давайте тут пока... Кейк 2 фаунд. А что это я нажал? Воу, это круто. Что-то новенькое открылось. Так, ты смотри, он преследует меня постоянно. Нельзя меня преследовать, только я всех преследую. Так, давайте сейчас по красоте и придем. Слышу, едет лифт. Все четенько у нас. А, кухня? Так, поднимаемся. Первый раз мы играем на двухэтажной пиццерии. Никогда такого еще не было. Это что-то новенькое. А, вижу маску, вижу. Теперь я вижу. Dungeon Cherry, не вижу маску. Ты не знаешь, где она находится? Будешь умирать. Ну ладно. А ты не знаешь, где она? Нет. Она находится оружие
Five Nights at Freddy's 2. Я тебе просто показываю, подсказываю. Кто не знает, ребята, смотрите. Благодарю. Нашел? Молодец. Потому что я опять иду. Это ж обход каждые 5 минут. А, нету маски. Есть маска. Нету маски. Эй, стой, так ты жопа, иди сюда. Эй, ты где? Кстати, давайте так, чтобы было веселье, можете использовать оружие против меня, давайте. Чтобы я тоже боялся. Сейчас я на первый этаж полечу, потому что вы меня сейчас убьете сразу. Да, вы друг друга мочите. О, давайте сделаем прикольный хоррор. Спускайтесь вниз и замочите меня. У вас миссия, короче, поломался аниматроник, надо спуститься и починить его. А я буду вас ждать. Так, ждем. О, я буду... Хорошая нычка, кстати. Буду сидеть. А мы над лифтом. Мы... А вы не в лифт засели, а вы сели этот на лифт. Да. Давайте режим полета вам включу. Куда лифт попал? Не знаю. Так, 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 так. Чуть не спалился. Вижу, кто-то с РПГшкой ходит. Так... Вижу, 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 кто-то ходит с РПГ. О, бригада, бригада пришла, ух. Ходит, ходит, внимательно. Это секрет. Это секрет. Данжен Черри вижу. На, что ж ты своего убиваешь? Не можете меня найти, да? Так, пошел, пошел, пошел. Сюда пошел. Ну чё, не находите меня? Сити. Ого, это чё, вывалились трупы, что ли? Так, не так, страшно. Так. Я сейчас буду немножечко вас обманывать. Он у меня... Ах ты жопа, увидел меня! Тихо, тихо, пули рядом свистят, но не попадает. Это было глупо против аниматроника так выйти. Аниматроники и охранники, знаете, как оно? Ты чё возрождаешься тут? На этом же месте, что ли, не? Нет, валяется. Эй, ты чё возрождаешься? Ты бессмертный, что ли? На том же месте. Вижу, 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 пробежал мимо. Убил, 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 отлично. Прикольная карта, теперь будет у нас своя сюжетка. Где надо будет спускаться на первый этаж и чинить что-то. Ты чё, Ди? Ну ты умный человек, я тебе сразу говорю. Так. Обработку. Приди. Поставь что-нибудь. Сюда пройдем. Давайте возьмем аниматроника большого, чтобы их потроллить. Пилпак. Ого, кабан какой большой. Просто гигантский какой-то. Вы где? Вот я. Ого, ты чё решил с пулеметом меня загашивать? О, пацаны, вызовите лифт, раздавит меня лифтом или нет? Нету. Давайте. Где лифт? Вы его что, удалили? Да. Стойте. Вызывай. Лифт едет, лифт едет. Эй, на бошку что? Эй, лифт едь дальше. Ха-ха, лифт уперся и не хочет больше ехать. О, привет, я поехал вверх, пацаны, прощайте. Лифт едь! Фух, отлично. Эй, отвали, ты че ко мне пристал? Нельзя меня убивать, ты че, псих что ли? О, прикольно сделано здесь. Кстати, вот, да, камеры смотреть. Это не камеры. А че тут карты кнопки загорают? Это свет включать? Ты что делаешь, а? Так, Серега, ну что? Ты готов? Да. А мы нет. Сейчас, секунду. Сделаем как могу. Веревка.
Делаем минимально коротенькую. Вот, четверочка, это сильно. Вот так вот. Вот так вот. Толкатель. Расфриживаем. О! Все, получилось. Димас, за вами следят. Все, получилось. Нормально, бабушкина калитка удалась. Вот так всегда она и получается. Вроде не сильно идеально, но работает. Серега, это ты там карту нам дрожишь? Да, это я топаю. Нифига себе ты топаешь, ты какой-то псих. Так, ребята, смотрим, кто там у нас ломится. Димас на столе. Вы слышите? Это пришло кто-то из пацанов. Так, смотрите, классный перепад. Такая задышка сразу стрёмная. Так, 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 пацаны очкуют, но мы потихоньку проходим. Стучит своими лапами. Нормально все? Привет. Так внимательно смотрит. Так, пацаны, мы будем какое-то оружие брать или нет? Ну, давай. Давай будем мины какие-то ставить ему. У нас же есть. Так, стой, стой, держи, 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 чтобы она... А, ее нажимаешь, и она постоянно, да, давит? Да. Отлично. Так, мне тоже тут я буду давить всегда, если он будет идти. Эй, подстрачника меня прописал. А ну нормально так дамажит, пойдет. На. Блин, говно, больно. Он забежал к нам, ребята. Так когда оно уснет? Ай-яй-яй. Вот так, значит, да, Серега? Да, вот так вот. Взял и испугал вас всех. Кэтмакс, а ты вообще играешь за аниматроника? Да тогда. Я понял. И сейчас все начнется. Отодвиньте калитку, батарею свою. А, убираю, убираю. Ну давай, заходи. Пытались. Зашел. Как Макс? Очень ты что, хотел показать, что ты этот модный, да? Он же не знает эти пилпаки. Или ты знаешь их? Как Макс, что-то жестко ты. Не, нормально, чё? Сейчас же будет Серега наоборот, мы будем жестко. Можно головой толкать и пройдешь. Ай. Так, чекаем. На. Офигеть, что можно этот. Головой оттолкнуть и все. Здесь не пролезешь просто так, даже если не нажимаю. Он хочет толкать. Давай проверим, толкнешь или нет. Давай, толкай. Я обманул. Эй, ты чё шкарябаешь нашу ворота? Ушел от калитки. Подожди, подожди, знаешь что? Открой мою дверку. Как-то криво ружо. Не работает, скорее. Эй! Не-не-не-не-не. Да блин, а кто нажал не ту кнопку? Это ты виноват. Я. Ну не знаю, кто-то должен виноват быть, значит это ты. Так, я поменяю себе скин. Знаете, кем я сейчас буду? Я буду вот таким вот, в маске. Настоящим спецназом. Я полежу. Слышь, ты что там махаешь своими руками? Так, пацаны, я вижу, он тут стоит и опять шкрябает нам стекло. Так, у нас есть оружие, которое может через стекло стрелять. Пацаны, отойдите все, пожалуйста, оттуда. Отошли? Я буду стрелять, если ты не отойдешь. Отошел. А, стрелять будешь сейчас. Конечно. Так, вот так стрельно, наискосок. Блин, просрает монетка моя. Так, Каркарыч, отойди, или ты умрешь. Да блин, не могу стрелять. Вот так стрельну сейчас. Ой-ой-ой. Бульбазавы. Обстоятельства своих. Так, блин, я говорю, отойдите, они стоят. Ой-ой-ой. Удары сломали. Кэтмакс, ну отойди, портишь все. Нормально, нормально. Вы не подходите.
Ой-ой-ой, хорош. Ладно, не буду монетку юзать. Но уже поздно, не буду я ее юзать. А, я живой. Так, чипоник. Так, давайте поднимем ворота. Ты заколебал. Ты смотри, какая морда. Хорошая. Мы сначала с ними как бы гуляемся, все, они нас так дамажат сильно. А где мой любимый паксифиар? Ой. Нормально, я обманул его. По красоте, портал рулит. Зашел с одной стороны, вышел и сразу его удалил. Все. Так. И тут пацанам. Откройте ворота. Ой. Ах ты жопа. Я не успел поставить просто портал второй. Такая суета, все бегают. Это кто? Нифига себе, что вообще происходит? Не знаю. Серега, что такой наглый? Хорошо, я с вами хотел реально классно погулять. Ну ты до офиса дойдешь или нет? Конечно, дойду. Ну где? А ты где? Да я в Караганде. У меня аж подлагивает, когда стреляли. У вас тоже? Да. Ну ничего. Так. Я так понимаю, Димас не будет в своем офисе, да? Буду, буду, я иду. Будешь. Пацаны, своих же валишь. Пацаны, извините. Ты задрал, как Макс. Он злой на меня, потому что я его много раз убил только что. Кэтмакс, ты мне 1 хп оставил. Так, ну что, теперь я панкаться с вами не буду. Где вы? Серега, где? Я иду за. Я не иду за тобой, йоу. Говно! Отлично! Серега, я реально рад, что я тебя смог убить. Наконец-то! Ну, меня. И Кэтмакса сейчас убьем. А ну иди сюда, Алёшна. Ай, Димас. Я тоже хочу такую пушку, дай. Я тоже. Дай мне. Идем их мочить. Я псих. Блин, да что такое? Да как? Ой-ой-ой-ой-ой, я полетел, пацаны. Серега, да твои бомбы улетели. Ой, ты что? Так, пошел. Куда пошел? Я не могу ставать невидимым, блин. Я хотел как-то на нычку подкраться. Короче, ребята, я вас далеко не буду мочить, только когда подхожу. А, это пилпак сразу четверых убьет. А, ну, в принципе, это ПРП. Давайте попробуем. Блин, не успел, не успел. Так быстро двери закрыли? Давайте, пацаны, я сейчас просто пробно сделаю. Смогу вас через стену убить? Опа, да, смог. Это очень жесткий. Вот это он мочит вообще сильно. Хорошо, давайте возьмем. А кого возьмем? Новые пилпаки, блин, подходят, но не очень.
Через стены нечестно убивать. Так, стойте. Пацаны, берите какое-то оружие, будете меня отпугивать. Потому что я буду брать аниматроника, у которого мало жизни. Сможете, не сможете убить. Так, я смогу тпхаться зато. А чё я не тпхаюсь? Привет. Ай, чё я застрял? А, пацана не успели выпустить. Я их мочу через калитку. Там было зазорено, я видел. Блин, не успел его убить, дай... Ай-яй-яй-яй-яй, я застрял. Так, пацаны, стойте. Это баг игры, так бывает. Все нечестно. Кстати, эту пиццерию мы ни разу не играли, я вам сейчас ее покажу. Она очень прикольная. Это какая-то доделанная ремейк, что ли. Ну, тут должна быть еще... подвала, где свет включать. Его нету. Сейчас, пацаны, я к вам приду, можете пока ловушек наставить. Я буду вас сейчас наказывать. Это только начало. Так, я слышу, они уже все что-то выдают. Так, туалеты, как обычно, открываются вовнутрь. Все по правилам. Вода включается? Нет. Прикольная пиццерия, мне нравится. Так, я вижу, они там суетятся. Давайте не будем много болтать. Сейчас возьмем какого-то... О, крячка. 1000 лет не играл за нее. Во. Надеюсь, будет по РП. Потихонечку подойдем. А, я вижу, они уже поставили здесь какой-то прям целый щит. Так, стоп. А я знаю, можно через нее тпхнуться. Я что, не тпхаюсь? Вот говно. Так, сейчас буду, пацаны и девчонки, с разбега убежать. Раз, два, три. Ой, ее вообще чуть-чуть сняло. Очень мало. О, у нас есть снова вилдпак, а можно взять анимацию прикольно сделать. Сейчас вам покажу, смотрите. Вставай. Так, лампочку аж колбасит. Не берет. А как об стенку упираться сейчас? Может, надо этот режим этот включить? Во! Пацаны, я заглядываю в окно. Не берет. Очень слабое оружие у вас. Эй, ты чё? Смогу, не смогу догнать? А вы чё думали? Ладно, я ухожу. Я сегодня какой-то очень злобный. Так, давайте еще кого-нибудь прикольного посмотрим. Я же знаю, что эти... Вот этот пилпак, кстати, не на расстоянии валит. Так, вставай. Прикольные звуки сделал разработчик. Так, приближаемся. Хорошо, ухожу, спалили. Так, сейчас мы их обманем. Обманный маневр. О, с этих злобных вообще можно взять. Прикольно. Че он медленно ходит-то? Во, другой режим. Во. Во, вот это звук. Всех троих. Все, я побежал. Просто дверь не успели пацаны вроде бы закрыть. Так. Во, как давно я не играл. Вообще никогда, наверное. А чего у меня нету... роликов? Или есть колесики-то такие? Непонятно. Здорово, пацаны, как у вас дела? Все, я пошел. Так, музычка заиграла. 2 часа ночи. Вот так вот. Можно всегда обмануть охранников. Ну, не всех убил, кстати, двоих только. Так, давайте еще кого-нибудь возьмем. С Майнкрафта овцу. А что не берется? Ну ладно, не хочешь. Давайте вы... О, вот этого громадного, мне так нравится. Давайте не этого, а волчару. Я иду на четвереньках, как настоящий волк. Ого. Нифига себе, тут стекла у вас разлетелись. Пацаны, я пролажу к вам туда или нет? Сыкотно, да? А, я не могу через стекло вот так прям убить? Хорошо. Я пошел на ту сторону.
Сейчас обойду. Иду. Я вас обманул, пацаны, я никуда не ходил. Я здесь рядышком был. А вы сразу дверь открываете. Нет, у меня очень много жизни. Даже как-то неинтересно, вы меня так никогда не убьете. О, Фредди деревяшка. Деревяшкин сын идет. Так, я могу ставать невидимым, это классно. Хорошо, я иду. Ого! Вы что тут пиццерию решили разломать всю? Есть. Нифига. Это что, моя кровь что ли уже? Они мне кровь пустили. О, Фредди. А ты что, есть... Тут получается сценарий есть что ли на этой карте? Прикольно. Пацаны, сейчас вам придет самый добрый аниматроник на этой планете. О, да вы РПГ, вы что, такие вообще психи, что ли? Не-не-не-не-не. А что они там суетятся? Ай! Ай-яй-яй, а как ты меня видишь? Горе-охранники друг друга мочат. Ладно, увидели. У меня 10 тысяч жизни. Вы мне ничего сделать даже не можете. Ваша оружка меня не берет. О, не, вот это, кстати, гранаты я вообще не люблю. А что будет, если я буду на мины? Я их могу хавать. Что-то они не хаваются. Так. Во, давно. Сколько лет, сколько зим я ее не брал. Блин, она такая классная, она такая быстрая, даже без шифта. А чё ж вы друг друга мочите-то, пацаны? Опять бросишь и будете умирать тут. А я понаблюдаю, как вы это делаете. Давай, давай, бросай еще на спаун. Ладно, ладно, я пошел. Так, оружие берут. Ого! А зачем такой большой миниган тебе? Бум, вот это они по мне стреляют, не попадают. Я так и знал, что он это сделает. Самый умный охранник, охранник года. Красава. Не, не могут они меня убить никак. Ого! А ты умеешь этой штукой пользоваться? Он меня хочет зарезать. Кто следующий? Мне только рядом, только надо, наверное, ядерку взрывать. Так вы меня не убьете. Слабые. Слабые пацаны вообще. Так, так, так. Ядерка бежит! В туалет! В туалете можно запрятаться от взрыва. Давай, давай. Я живой! Взрыв не распространяется так далеко по всей карте. Не, ну тратится, не спорю. Ну не сильно. Жить можно. Да, есть. Есть, отлично. Я просто проверил, убиваете. Будем начинать выживать, пацаны. Можете использовать даже какую-то оружку чисто для того, чтобы подгонять. Но основное это ваше, это маски. Если кто без маски и будет вне офиса с открытой дверью, я буду мочить. Вам слышно эти звуки? Да, криповые звуки. А вот такие, представьте, вот такой челик идет. Давайте немножко изучим эту карту. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И скоро на канале 1 миллион подписчиков. Так что помогите мне добить до миллиона. Осталось 90 с чем-то тысяч. Так, здесь у нас что? По классике туалеты, которых нет. Если заходишь в туалет, придется на полы сходить. Он так громко топает. Этот громко тоже топает. А, они все громко топают. О-о-о. Бэйби вообще мочит. Без маски. Без маски убиваю сразу. Так, давайте немного возьмем говорящих, чтобы их попугать. Я выключился. Кончилась энергия. Давайте немножко по РПшим.
Ой, надо не двигаться, вот так вот. Вот так, вот так я был. Надо нажать кнопку, чтобы меня включить. Можете и не включать. Отлично. Все в масках, вот молодцы. Сыти? Я тоже. Я су. Да что, у меня батарея слабая, а? Стою, замер. Заряжается аккумулятор. Просто аккумулятор от Nokia старой. Быстро разряжается. На полдня даже не хватает. Но стрелять, как всегда, она очень крутая. А, подождите. У меня же есть другой режим. Я даже могу прыгать. Кто бы знал, что аниматроники могут прыгать. Двойной прыжок есть даже. Опа. Ты меня увидел, да? Хорошо, хорошо. Они меня сильно очень палят. Вообще бесшумно ходит. Ой, прикольные звуки издает. Чего вы никто не выходите, боитесь? А мои ноги торчат туда? За карты, не? О, вижу, выбежал челик, стой! Стой, 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 стой! А, я же говорю, стой. От меня еще никто не убегал. Так, у нас еще есть вот такие аниматроники. Они тоже болтают. Он такой добрый. Пока мне что. Потому что у него есть два режима, который будет злой. Вам слышно? Без маски! Ну блин, я не успею... А, у меня же добрый режим. О, злой режим. Ой, что-то у меня это, подоткинулась голова. Я знаю, ты хотел заморозка меня лупануть. Я видел это оружие. Без маски нельзя стоять. У нас вот такой еще есть. Этот вообще трешовый. На всю карту, да, наверное, этот звук копыт издается? Да. В маске, вижу, вижу, вижу. А, без маски. Без маски нельзя. Только в маске или в своем кабинете можете. Закрытом. О, молодец. Сегодня у нас все очень хорошо отыгрывает. РП. Вот молодец, успел закрыть. Что я делаю? Эй! Ты стреляешь оружием читерским, без маски, без маски! Нельзя. О, это читерское. Да, да, ты знаешь, да, этого аниматроника горбатого? Классные текстурки. 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 Очень круто сделаны. О, я сюда еще не ходил. Так, надо какого-то взять классного, который умеет болтать. А, я слышу. Так, так, так. Так, классный, это вообще добрый. Просто иду себе гуляю. А я еще не про... О, проходит. Прикольно, что скин сделан ниже. Так, иду к охраннику. Я знаю, как вас обмануть. Я сейчас возьму аниматроника, который может вставать невидимый. Тогда будет более интереснее. Ну ты че-то... А чё? Без маски нельзя. Только в маске. Включаем видимость. Сколько у вас там охранников? Что, каждые 5 минут на работу принимают? Я же устал убивать. Вы что там? Потом... Опа, вижу, вижу, вижу. Прощай. Отлично. Я знаю, этим оружием, если ты попадешь, я сразу умру. Ну что надо сделать? Что надо попасть? А попасть не так уж и легко. Так, так, так. Ой, это открывается штука. Блин, я думал, она открывается. Давайте сделаем засаду охранникам. Пацаны, вы где? Кыш, кыш, кыш. Вижу, 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 с читерским оружием ходит. Упс, упс, упс. Ты чё с мачете бегаешь и убежал? Ой. Нельзя без маски, только с маской. Ай. Так, хорошо, давайте я сделаю так, чтобы было меня слышно. Тут уже ножи бросает.
какие-то звуки конченые издаю. Так. О! Давайте немножечко потроллим их. Так. А вы знаете, я могу вашу дверь открыть? Мысли. А ну сейчас. Не, не могу. Я обознался. А, могу! Чего? А! Ты так легко меня убил? Как будто я ничтожество. Или это оружие у тебя читерское? Хорошо. Ты разозлил моего брата. Я зову своего... Это, соседа позвал. Прикольно, когда заходит, разворачивается. Угадайте, кого я позвал. Я иду. Он слева. Нельзя, нельзя. Я буду ходить и угорать. Другой режим. И звуки уже зомби. О, что тут-то? Кнопка, а что эта кнопка делает? Свет отключает? Включай. Я не знаю, я нажимал, ничего не делал. Прикольно. Вау. Вот это у него заведенный механизм. Мне нравится, как он ходит. Анимация крутецкая. Ага. Я хочу вас выследить. Без маски. Кстати, убивает беззвучно, вы заметили? Звука никакого нет, просто три трупа. Классный пилпак, мне он очень нравится. Я уверен, это тоже классно болтает. В маске, вижу. Я знаю эту музыку, Фредди обычно создает. Ой, классная анимация, вообще мне нравится. Так, это свой. Фредька. Фредька младший. Фредька старший идет на проверку. А! Ты чё таким стреляешь мощным? Нельзя, Фредька делает обход по карте. Меня нельзя убивать. О, на правую кнопку мыши можно звуки издавать с этого пилпака. Не? Свой? Чужой? Не боится меня, значит свой. Чужой бы убежал. Так, а где остальные? Нас же четверо, еще трое. Вижу, бежит, бежит без маски, стой! Стой! А так что можно? А значит дверь убивает? Да дверь убивает мощного аниматроника, которого в 10 тысяч жизней калиткой прибило. Ой, господи. Ну чё, теперь я позвал последнего своего мощного брата. Кто обидел моего кентуху? Иди сюда. Все, давайте, у вас по одной жизни. Если я кого-то убью, он больше не возрождается. Слышь, ты где? Не успел маску взять. Отлично. Так, я могу как-то открыть, я знаю эту дверь. Если нажимать тут как-то Е правильно, она открывается. Но я не могу нажать эту Е. О! Ух ты! Сразу троих убил. Ну чё, пацаны, аниматроники победили. Знаете, кто победил? Победила дружба. И хитрый то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.